Ежегодно в канун Дня России в Казанском федеральном проходит множество различных акций и конкурсов. Вот и в этом году студенты КФУ вновь получили шанс признаться в любви своей родине. И надо заметить, сделали это от всего сердца. Да так ярко, что удивили даже жюри. Задумывая этот конкурс, мы и подумать не могли, что в нашем университете учатся по-настоящему любящие Россию люди. Но мы думаем, что вот этот небольшой, казалось бы, конкурс заслуживает такого внимания. Потому что любовь к стране стоит очень дорого. Принять участие в конкурсе мог абсолютно каждый. Кто-то представил на суд жюри плакаты, арт-коллажи, открытки, а кто-то выразил свою любовь к России в стихах и прозе. А ты, могучая, зализываешь раны, в венце терновом в блеске куполов. Всегда одна, как витязь, в поле бранном, сжимаешь меч, не тратя лишних слов. Моя страна не яркая, простая, храня свой клад языческих богов, ты будешь жить, я верю, вижу, знаю, неся свой крест во тьму иных веков. В своей работе я хотел показать, что для меня Россия – это широкие необъятные просторы Родины, то есть все места родные, природа, города, архитектура. Россия должна гордиться своими широтами просторов, широтой своей души, широтой мысли. И это то, чего, наверное, нет ни в одной другой стране, так ярко выраженного. И я писала о том, что именно это нужно показывать нашим детям. Именно это нужно передавать нашим детям. Кстати, по итогам конкурса было решено выпустить подарочный сборник. В него войдут абсолютно все работы конкурсантов. Александр Александров, Ленардо Влетьяров, Универньюз.